Наташа Королёва готовится встретить семейный праздник «День абрикосового варенья». Именно им Тарзан угощал Наташу, когда она впервые пришла к нему на свидание. С тех пор прошло 22 года, но их отношения за это время, кажется, стали более трепетными и нежными. Наши отношения прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Но мы смогли выстоять. Делится Королёва. Я до сих пор помню наше первое свидание. Это было на съемной квартире Сергея. В тот день на столе у него стояла банка абрикосового варенья, его ему переслала мама. Он меня этим вареньем угощал. С тех пор мы каждый год празднуем красивый праздник, День абрикосового варенья. Королёва призналась, какой подарок сделает мужу: подарю ему свою новую песню «Обниму тебя счастьем». Я надеюсь, что она станет гимном не только нашей семьи, но и всех влюбленных. Сережа, кстати, ее уже слышал. Послушал и говорит: это же про нас. Так и есть. Когда у меня спрашивают, в чем секрет вашего семейного счастья, я отвечаю однозначно: в объятиях. Мы очень часто обнимаемся, это полезно. Регулярные объятия помогают улучшить климат в семье, взаимоотношения между супругами. Да и вообще здоровье человека, так как они несут в себе мощный терапевтический эффект. Объятия повышают иммунитет, гемоглобин в крови, нормализуют состояние нервной системы. Что тоже очень важно, особенно при нашем графике, когда у тебя бесконечные гастроли, недосып, огромное количество дел. Бывает, мы приходим домой уставшие. Включим интересный фильм и обнимаемся, призналась Королёва.